продолжаем. В прошлой серии мы получили... не сюда. Ну, в принципе, тоже видно. А, кстати, ее можно крафтить. Интересно, из чего? А, из сахара, да? А, значит, мы получили дымовую бомбу, которую мы кидаем. Она там взрывается, делает дым, и еще и всех повреждает. Короче, у меня есть плохие предчувствия, что сейчас нам ее придется применять. Кстати, всем привет, с вами Квин, я забыла сказать. Побежали. Ага, тут вроде ничего страшного, да? Никаких страшных звуков нет. Тишина и покой. Как в покойницкой. Что? Ты о чем? Насчет засады. Я был по обе стороны баррикад. Не очень хороший ты тип. Разбойник. Значит, ты убивал невинных людей? Ну, значит, да. Понимай, как хочешь. Кошмар. Невинных людей. Ну, видите, он со временем понял, что был неправ, и встал на другую сторону баррикад. Но он хитрый, видите, знает, как делают эти все. Ну и так, все, придется выходить. В воздухе летают споры. Это не к добру. Впрочем, что в этой игре может быть к добру? Знаете, как в этом мультике про котенка, которого звали Гав. Не иди туда, там тебя ждут неприятности. Как я могу туда не идти, если они меня ждут? Ну вот так и надо. Тут нас ждут неприятности, и мы не можем их оставить без присмотра. Да? Ну, что-то я не вижу пока что никого. Мне уже бояться или нет? Так, что тут? Свечки. Я бы взяла. Свечки всегда нужная вещь. Идем, зайдем сюда, посмотрим, что тут. Девчонка так спокойно ходит, наверное, никого нет, да? И мы тут можем только что-то себе взять хорошего. Угу. Похоже, здесь эти козлы спят. То есть спали. Спали. Это я тоже так думаю. Ну, иди сюда, полочка. Что ты нам хорошего приготовила? Патрончики. И это... Ох ты, одной рукой прям все хоп. И в рюкзак. Ну, правильно. Что там долго церемониться? Ну, тут мы все взяли, да? Козлы. Ну, учитывая, что мы такими же козлами были, нам ли обсуждать? Сколько у нас еще до 100? Еще до 100 нет. Я хочу до 100 собрать. Хотя, может, вы там пишите, и может, что-то другое стоит взять. Так, что же у нас не хватает? Не хватает тряпок, да? Давайте тогда... Вот это скрафтили. А, вот это скрафтим. Отлично. Заберем еще тряпочек. В принципе, аптечка — это же такая вещь, которая всегда пригодится, правда? Ну, вообще, смотрите, как они спали. Просто как животные. Если мы видели у Джоэля какую-то еще цивилизацию в его доме, то здесь цивилизации не пахнет. Вонючие матрасы, фу, старая какая-то одежда. Бэ. Ну, в общем-то, не буду говорить мужики на отдыхе, потому что есть очень аккуратные мужчины. Но как бы стереотип нам говорит о таком, именно о таком виде холостяцкого жилища. Да. Что это мы взяли? А, классно! Можем улучшать аптечки. Ага, видите? Ногу бинтовать. Читать. О, справочник повышения эффективности. Шины. Не то. Так. Позже. В качестве шины. Так, ладно, это мы читать не будем. Треугольник перевернуть. Читать. Полевая медицинская помощь в первых условиях. Первая помощь в полевых условиях. Так, что тут еще? Что-то можно почитать. По ножам. Повышение надежности ножей. Ага, это же вот эти справочники, которые что-то улучшают. Отлично. То мы тогда ножи улучшили, что теперь один... Мы можем два раза ударить ножом, и он тогда ломается. А раньше с первого раза кирдык ему был. Окей. Элли, ты вечно тут под ногами, малявка.
бегаешь. Ну, хотя, что смоляк взять, да? Как маленькие котята. Ну, ой, мы можем и сюда пойти, и сюда. Я, как всегда, не знаю, куда идти. Сохранюсь. Так, тут вообще ничего не видно. А, нет, что-то видно. Чуть-чуть какие-то деревья, да? Я пытаюсь просмотреть в окна эти грязные, немытые. Так, здесь улица. А там что? Естественно, сюда привлекает. Так, здесь были. Отлично, здесь еще одна кладовка. Вау! Можно пошариться. Лям-лям-лям. Так, ох, супер. Хорошо, что мы сюда зашли, да? Хорошо, что ты пришел. Была такая передача. О, потрясем, видите, наш фонарик чего-то того этого. Надо вообще... Вообще удобная штука, подобный фонарик в условиях апокалипсиса. Я бы, наверное, надо сходить на eBay и закупиться. Мало ли что произойдет. О, мы карту возьмем. Конечно, по карте мы нифига не ходим ни разу. Ну ладно, давайте возьмем. Select. Карта охотничьих засад. Ух ты! Приблизить. Срам, это, видимо, это автобусная установка. Это вот автобус, который на нас... А, видите, они двигают автобус, на вон машина, которая двигается. И distraction — это отвлечение. А вон засада была там. А там какие-то машины, которые заправлены. Ага, нам может мы туда пойдем? Видимо, по той улице, которая у нас... Это вот... По которой мы ехали, чтобы... А, или funnel cars, имеется в виду, что отсюда едут машины. В общем, понимаете, английский на уровне фантастики. Ну что ж, вы видите, у нас тут очередная штучка, где можем усовершенствовать свои все причиндалы. Поэтому я сейчас нажму паузу, а потом вам расскажу, что я выбрала. Что ж, я улучшила... чехлы сделала. Я знаю, может быть, это как-то... В общем-то, может, кто-то со мной не согласен будет. Но вот видите, у нас теперь можно выбирать оружие. А вот здесь можно поменять его. И получается, мы можем раз, два, и сразу быстренько поменять. Не надо X нажимать, чтобы их сменить. Удобно, я надеюсь. Ну, в общем-то, пока что мощность оружия меня устраивает во всем. Что ж, Элли, ты готова идти навстречу приключений? Стрела нам в колено еще не попала. Ждем. Будет сейчас носа-носа нам и попа-попа. Ну, вроде, видите, что-то горит. Ух, мне показалось, они не зараженные. Да. Неважно, пошли отсюда. Это было бы вообще нехорошо. Красиво, посмотрите, день такой милый. Солнечный. Уходить не хочется, бош. В общем-то, это правильно. Лучше надо их трупы сжигать, чтобы заразу не распространяли. В принципе... Жалко, что наш герой Джоэль этого не делает постоянно на походу своей деятельности. Так, что у нас тут заряжено? Сейчас зарядимся еще немножко. Зарядимся. Отлично. Все, эти зарядились. Здесь 7, здесь 11. 7, 11. Окей. 9. Блин. Какой же у них сильнее? Ну, блин, выберем то, что больше. Но я больше люблю бомбочки использовать. Ух ты! Вот мост. По нему мы выберемся отсюда. Иди, Элли, и идти. Элли, не спеши. Ты куда? Подожди меня. Ну чего тебе? Блин. Я здесь. Малявка. Давай я пойду первым. И не шуми. Тебе сказали на моих условиях. Ты должна меня слушаться, Элли. Дуся. Что еще тут сказать? Так, идем сюда. У меня тут работает стиральная машина. Что вы можете услышать стиральные звуки? Так, секунду, пойду выключу.
Окей. Видите, везде этот... Как называется? Проволока. С гвоздями, как с шипами. Вечно, когда мы куда-то перепрыгиваем, мы переходим в новую локацию. Ну, такое ощущение создается, да, Эли? Мы тут ничего не упустили, нет? Почему мы тут остановились? А вдруг мы что-то упустили в этом мусоре? Таблетки вдруг тут валяются? Нет? Ну, знаете. Всегда я боюсь что-то пропустить мимо, что-то полезное. А сюда можем обратно вернуться? Нет? Нет, не можем. Ну да, конечно, тут же эта проволока страшная. Так, ладно. Что-то тут очередной, какая-то засада, я чувствую. Так, секунду. Страшно спрыгивать. Ладно, давайте посмотрим, куда мы можем спрятаться. Вот за эти мешки. Вон там, кажется, что-то в углу блестит полезное. Вот тут вот растет травка. Никто не нападает, нет? Нет? Может, тут можно жить? Приличным людям. Да, я вижу, что что-то полезное. Отлично. Малявка, как ты там? Ты в порядке? Нормально спрыгивается тебе? О, это я ты? Я могу свистеть! Получилось? Молодец. Крутота! Ну вот, теперь будешь меня доставать. И свистеть денег не будет, Элли. Куча железячек, которые мы дальше прокачиваем, и цветочек, которые травки нам дают. Так, уже 80 таблеточек. Я не знаю, если у вас есть какие-то другие идеи по использованию таблеток, вы мне напишите. Потому что пока что все, что я вижу, это здоровье. Потому что вечно я нарываюсь, меня бьют, я бью направо и налево, добром это не кончается. Вот у меня здоровье мега прокачанное. Что есть очень хорошо, да? Так, а что здесь? Здесь, естественно, ничего. О, открытый автобус, вау! Я, естественно, в него забреду, и там кто-то сидит, какие-то трупы. Я могу сюда зайти? Офигеть! Автобус в игре, можно полутать. Ну, я не думаю, что там прям что-то валяется, но мало ли. О, да-да. Элли, тут Элли. Твои любимые комиксы. Окей, посмотрим. Дикие звезды Гелиосфера. Перевернуть. Терминашн шок. Перевернуть, приблизить. Мы можем приблизить. Что произошло? Ничего хорошего. Ох, как хорошо, что мы сюда зашли и нашли эти комиксы. Ну, я не имею в виду, что прям так очень все хорошо. Но... приятно, да, какая-то вот такая интересная мелочь в игре, которая действует на атмосферу. И не то, что там какие-то железяки, пистолетики положили, а именно журнальчик, который будет девчонке интересен. Так, я вижу, там еще какие-то штуки важные привлекают. Нелли, ты где? Ты тут у нас? Мы заботимся о нашей дочке, ну, которая типа дочки, ну, уже практически как приемная дочка, короче. У всех, я думаю, есть этот инстинкт заботы о потомстве. Особенно, если они убили свою дочку, то тем более. Блин, музыка такая страшная. Так, взрывчатка. Еще один сделаем. Потом будет явно не до этого. Сахар. Еще один сделаем. Ну да, я вроде не вижу, для чего его еще можно использовать. Окей. Тут это все сделано. И ножи. Надо, наверное, еще один нож сделать. На все руки мастера. Я такой. Нож нет. А, лезвие нет. Ну да, для ножа нужно лезвие. Блин. Нет, не надо нам это брать в руки. Так, что тут интересного? Не хочет забираться, да? А ты можешь на машину запрыгнуть? Джоли, я знаю, ты такой мужик. Крутотяжка. Крутые яйки. В огне не торит, не тонет, в воде не горит. Да, я правильно сказала. Что тут интересно? Мы, кстати, должны Элли журнал дать, нет? Элли, да, мы, наверное, должны к тебе подойти. Что там стоишь? Нет?
Журнал не хочешь дать? Ладно. Что тут случилось? Что тут случилось? Машины. Автобус перегородил дорогу. И на машины наскакивали все больные люди, которые раньше были больными, а сейчас так. Эта бутылка ничего хорошего нам не предвещает. Очевидно, надо будет ее кидать и кого-то отвлекать. А у нас есть, да? Кирпич. Такое место удобное для нападения. Пим-пим-пим-пим. Так, я опять сохранюсь. Слишком подозрительно все. Я посмотрела, мы прошли 41% игры. Представляете, как жалко. Очень жалко проходить ее до конца. Как говорят, жалко, что ты заканчиваешься. Зачем мы сюда забрались, интересно? Чтобы посмотреть, что там происходит налево. Не знаю. Ага. Или пригнись. Ты стрелять вообще умеешь? Прячемся. Сколько там, двое? Ты же все пули в молоко всадил. Лучше трое. Ну, ладно, я ж так и знала. Промазал, бывает. Хочешь, потренирую тебя в тире? Да ну тебя. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ты меня видишь, нет? Вот здесь хорошее место. Ничего тут нет, идем дальше. Страшно. Двое. Так. Третий. Вас трое? Я видела, там еще четвертый ходил. Где-то здесь была бутылка. Нет? Блин, это плохо. А эти стоят, думают над вечным. Ну, блин. Да, блин. За мной! Квадрат, 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 квадрат. Ну да. Ай-яй-яй-яй-яй. Слышь, ты только не глупи, мужик, ладно? Все, никто меня больше не угрожает. Да уж, уж да уж. Так, что тут? Так, этих убили благополучно, да? Ничего вы нам не хотите дать, дорогие люди. Что у нас за здоровье? Ну, жить можно. Ага, бутылка возьмем, та самая, которую мы не могли найти. Отлично, отлично, отлично. Мы молодцы, правда? Ну, конечно, операция нейтрализации прошла не слишком гладко. Ну, мало... А, блин, точно, бутылка нам не нужна. Но лучше, чем... Мы же не умерли, правда? Мы такие мега-крутишки. Ладно, я пока тут выключу видео, обыщу все. Ничего не нашла интересного. А Эля тут продекламировала, что все люди братья и старшие бьют младших. Я не знаю, почему старшие должны бить младших. Эля, у тебя был кружочек. Видимо, я упустила момент, когда можно было с тобой поговорить. Тебя подсадить или ты со мной пойдешь? Идёшь? Нет? Где малявка? Или это глюк игры?
Ладно, будем считать, что это глюк игры. Ага, да, так оно а и мост есть. Ведь далеко. Дойдем. Дойдем. О, странно выглядит. КПП без солдат. Сейчас в большинстве зон так. Это уже давно заброшено. Ужасно. Угу. Что-то тут... Отдавайте паёк. Почему им не давали еду? Иногда еда заканчивалась. Хотя чаще ее просто не выдавали. В Бостоне такого никогда не было. Но в других местах сплошь и рядом. Еды нет. Самое страшное. Самое то, что нас ждет в зомби-апокалипсисе или в другом апокалипсисе, это отсутствие еды. Эти гнилые отродья червивого дерьма выбили нас с высоты трой и даже ухитрились спереть один из минометов. У нас попросту не было шансов. Теперь эти гады держат под контролем всю реку. При отступлении мы потеряли половину отделения. Молю Бога, чтобы Джереми и Пэм остались живы. Они попали в окружение на том берегу. Да. Бывает, как-то сказать. Все бывает. И совсем очень плохие вещи случаются в зомби-апокалипсисе. Да. Так вот, еды не будет. Поэтому, если у вас есть собственный домик-огородик, это на вас какое-то время спасет, поможет, когда не придут другие люди, у которых этого нет, чтобы это отобрать. Поэтому, кроме того, что надо готовить вкусненькое себе, надо еще уметь это защищать. А что тут? Мы можем перелезть вообще? Нет? Оно так и так ограждено, как будто там какие-то вкусняшки. Иди сюда. Да, смотрим, есть там вкусняшки. А то же мы залезем и не вылезем. О, видите, лестница идет наверх. А наверху вкусняшки. Да. Открыть мы не можем, пролезть. Нет. Я же чувствую, можно было бы. Можно, можно. Не зря же там лестницу сделали. И вот, смотрите, выбитые стены, ой, окна. Ладно. Видимо, не для наших умов. Что тут вон? Ландромат. Видимо. Что-то мне кажется, что это связано как-то со стиркой белья. Которых американцев принято отдельно. Чтобы были отдельные фирмы, которые предлагают желающим постирать, и даже автоматы есть по стиркам. Кидаешь 25 центов и стирай себе час. Даже, говорят, бомжи могут этим заняться. Так, ладненько. Очевидно, нам туда, но я сейчас сбегаю еще раз гляну. Не получилось ничего, естественно. Вряд ли. Вряд ли это не демон с алстями. Что ж, поехали дальше. Кто? Да, я тоже. Главное, пока мы не уйдем отсюда, говори потише. Ясно? Где они там? Может, нам слух прокачать? Они, видимо, здесь. Босс новый. Трёп старый. Двое. Он говорит, у нас теперь дополучение. И что нам это даст? Так. Сейчас давайте кинем. Идет один. Сейчас мы будем его душить.
Давай, давай. Сейчас мы тебя сделаем. Смотри, там еще один идет. О боже. Мы сменяем. Это долгожительница. Так, двое остались, да? А, они разошлись, черт, черт, черт. Чего на месте не сидится, козлы? Блин, ладно, пошли мочить вовнутрь. Ни одного не видно. О, свет изменился, отлично. Вон я вижу один. Сейчас, сейчас, сейчас. Я надеюсь, там никто не выйдет и не увидит, как мы его душим. Давай, давай, на пол сложи и смотай удочки в сторону. Не черт, у нас пока что все хорошо. Так, два мы видели, да? Пока что вот тот. Вот тот был там. Кажется, надо прокачать слух. Ладно. Пока что мы их видим, все не так смертельно. Ну, что-то там лежит интересное. У нас, мне кажется, у нас неплохая позиция. Вот так. Ага, вот он. Вот он идет. Отлично. Сейчас посмотрим, где он тут бродить будет. Успокоились. Спрятались за шкаф. Угу. Мы же не хотим поднимать. Что, кто-то слышал? Да, слышали. Возбудились. Мы всех все равно убьем. Давай, давай, бей, бей его, бей его. Биту об него сломай. Так, блин, запас здоровья нижний. Вверх, R1. Спасибо за подсказки. Где-то там он бродит. Возбудились, возбудились, блин. Гады. Палки нету. Так. Кто-то тут еще есть. Я слышу. Тихо. Тихо, девочка, не плачь. Я посмотрю там. Ну-ка, там поглядите. Не утонет в речке мяч. Давай, 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 давай. Душись давай, толстошеей. Блин. Записка об уходе из зоны. Это мы потом прочитаем. Блин, не туда. Так, есть кто-то еще там? Вроде еще один был. Вот там бродит, видите? По курсу впереди. Двое. Офигеть. Тихо. Тш. Не услышно было? Один идет. Mm-hmm.
твою мать! Блин, где, где? Офигеть, Пэл. Что? Я знаю, я крут. Круто я его. Да, ты умничка. А, еще один. Сколько вас всего? Там, блин, что бесконечные. Поищу тут. Вниз. О, черт! Да, они бесконечные, у меня ощущения. Так, иди сюда, железяка. Мы там. Нет, мы там не просмотрели ничего. Что? Вот так. Он один там. Не знаю, вы как хотите, а я все-таки постараюсь всех убить. Один, еще один там. Тихо, что-то сейчас. Не туда пошел, не туда. Да блин. Получи и распишись. Блин, сюда. Ух, так. Ладно, что тут у нас? А, блин, бесконечные. Видимо, бесконечные. Ну туда. Так. А, видимо, на второй этаж надо. Сказала Квина и побежала в другую сторону. Что тут? Что тут было? Бутылки у нас нету. Так, обошли их изнутри. Да, и тут можно на второй этаж подняться. Ух, стоит ли оно того? Что тут настоящие лабиринты, в которых нет людей. Ух, так. Ай-яй-яй. Так, что же тут мы можем сделать? Ножик. Давай. Не искушай меня. А то и так тут все плохо. Ух,
Поднажми. Так, что тут? Ну, тут мы можем куда-то... Нет, не можем перебраться, это мне показалось. Они пошли за нами. Да, не очень хорошо. Здесь не пройти. Что тут сзади? Мы с этого места и зашли, да? Круто, перепрыгнем. Тихо, проползем. Никто не заметит. Вы умрете, пока вы получите еду, надпись. Ну, отлично. Ничего хорошего, то есть, конечно. Не опять не то, что нож мы не можем сделать, это мы не можем улучшить, а вот это мы можем улучшить. Отлично. Так. Хорошо, что мы не используем... Что мы не используем стрелы, а то бы куча всего зря было бы потрачено. Что тут нам сияет? Отлично. Пошли на второй этаж. А тут что? Кто-то? Кто-то тут ходит, нет? Ладно, идем на второй этаж. Кто там лежит? Что это? Кирпич. Кирпич нам не нужен, да? Ух. Ладно, идем. Посмотрим, что на втором этаже для нас интересного. Эти вечно появляющиеся гады мне не интересуют вообще. О, трое. Не видишь, ты меня не видишь. Блин. Блин, беги, 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 беги. Понеслась. Девчонка, ты там не это вот, не отвечай за десятерых. Нет, вверх и вверх я один. Присаживайся. Вверх, я один. Лечимся, лечимся. Давай, давай. Никаких коллег мне тут не надо. Плохо. Плохо, гад. В засаде сидел, козел. Не надо, не надо. Тут не надо. Нас не надо так подводить. Видимо, второй этаж нам не нужно было. Блин. Да, блин. Какая экономия патронов. Фух. Так, малая. Они за нами не пойдут? Пойдут. У него пушка. Это плохо. Прикрой его, он идет. Но, видимо, он туда надо. Посмотрите, посмотрите, на столбе висят. Кошмар. Убегаем, как крысы. Спасаемся. Давайте, беги за свою жизнь, run for you. Ай, блин, далеко убежали. Ну, зато вот сюда можно спрыгнуть. Не полутали, ну да фиг с ним. С нами нас уже не найдут, да, девчонка? Как ты думаешь? Ладно, фиг с ними. Пусть там блуждают в темноте. А я сбежала. Правда, пару раз сругалась грязно, ну да ладно. Бывает со всеми, правда? Что ж, на этом я закончу серию. Всем спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам также интересно. И немножко страшно. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.